«Островок сокровищ» по мотивам Роберта Стивенсона. Однажды Джим и его верный друг Билли ловили рыбу. Увидели в воде бутылку, запечатанную сургучом. В бутылке оказалась настоящая карта сокровищ. «Ух ты! Вот так удача!» – воскликнули друзья и отправились в порт. Как же разгадать карту пиратов? Попробуй сложить ее части. В порту друзья познакомились с капитаном Сильвером, который согласился помочь Джиму и Билли в поисках клада. «Я лучший капитан на свете!» – сказал Сильвер. Но Сильвер оказался пиратом. Вместе с другими пиратами он решил обмануть друзей и забрать клад себе. Скоро они погрузили еду и пресную воду на корабль и вышли в море. К путешествию надо подготовиться. Помоги погрузить вещи на корабль. Но когда остров сокровищ показался на горизонте, пираты подняли на мачте черный флаг, отняли у Джима и Билли карту, а самих друзей бросили за борт. Скорее, отбери у злодея оружие! Джим и Билли оказались в воде и стали тонуть. Неожиданно из воды появился большой плавник. «Акула!» – закричали друзья. Но это была не акула, а большой, добрый дельфин Бенган. Он посадил друзей к себе на спину и быстро переправил их к острову. «Спасибо!» – сказали друзья дельфину и побежали к пещере. Там они нашли сундук, полный золотых монет. Что спрятано в сундуке? Уберем паутину и посмотрим. Джим и Билли взяли сундук с сокровищами. Спрятали его в песке у самого моря. Вскоре появились пираты. Они сошли с корабля на берег и отправились в пещеру за сокровищами. «Проклятье!» – закричал капитан Сильвер, когда увидел, что сокровищ в пещере уже нет. Тем временем Джим и Билли вместе с сокровищами пробрались на пиратский корабль и отплыли от берега. Нужно срочно починить штурвал, пока пираты не бросились в погоню. «Держите их!» – скомандовал капитан, и пираты вплавь бросились за кораблем. Но большой, добрый дельфин Бенган преградил пиратам дорогу. «Акула!» – закричали пираты и выскочили на берег. А Джим и Билли вернулись на корабле домой.
дома, они купили 100 000 порций мороженого и угощали им всех желающих. Вот и все, конец.